470 миллионов рублей. Столько еще не поступило в бюджет области Инау по итогам 2020 года. Недоимка из-за того, что не все успели оплатить имущественные налоги. И начиная со 2 декабря за каждый день просрочки платежа начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. То есть с каждым днем сумма платежа становится только больше. К налогоплательщикам, не исполнившим обязанность по уплате налогов, будут приняты меры принудительного взыскания. При взыскании задолженности неплательщикам, помимо суммы пени, которая исчисляется за каждый день просрочки платежа, придется уплатить судебные издержки и исполнительский сбор судебным приставам. Неуплата налогов может также привести к аресту имущества и ограничению права выезда за пределы Российской Федерации. Налоговые напомнили самый простой способ оплаты через личный кабинет сайта ФНС.